Мочите, мочите. Смотрите, сколько капра его атакует. Смотрите, труп. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Кефирчик, Артём, Мохито, Эррор. Пацаны, скажите крутые слова. Всем привет. Всем привет. Здорово всем. Я кушаю пельмени. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта FNAF 1, и у нас давно не было рубрика, когда один из подписчиков или я играет за хедкрабы. Поэтому, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас выживание в пиццерии Фредди. Полетели. Кефирчик, убили тебя. Вижу, 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 ползет. Эй, ты что, на меня не решил напрыгнуть? Я тебе не дамся живым. Пацаны, он на улице. Он бегает, он хочет напрыгнуть. Будьте осторожны, он может это сделать. О, ну ты дурак, что ли? Ты же проиграл. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. О, вижу, вот он бегает, челепиздрик. Он опять кого-то убил, что ли? Тихо-тихо-тихо, он хочет на меня напрыгнуть. Смотрите, обман хедкраба. И просто быстро бенни хопите. Не даете ему никаких шансов. Я убил. Пацаны, он сзади. О, опять кого-то... Да что ж такое, а? Что ж за день сегодня такой? Да? Мамочка. Пацаны, а где они? Да что ж я не могу запрыгнуть, переживаю сильно. А где они? Я слышу эти мочилова где-то, но не вижу, где они ходят. Ой-ой-ой. Эй. Чё, сколько у нас там хедкрабов? Не знаю. Двое, трое? Пацаны, а где они, вы видите? Мы гасим бульбазавра. Давайте, гасите, гасите. Не надо. Блин, меня... да что ж такое? Кто жизни не потратились? Будем знать, как можно спрыгивать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, отойди. Короче, пацаны, вы не бойтесь их, мочите. У нас же дробовики есть. Ты чё на моего друга прыгаешь? Я тебя убью. Мочи, мочи его. Пельмень. Вонючий пельмень. Мы тебя замочим, Кончита. Мочите пельменя. Он на лапах такой бегает. Сзади, 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 мочи его. Убили. Есть, теперь два хэдкраба. Потому что он вселился в какого-то челика. На. А, жизни 40 хп. Тихо, 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 не спеши. Вы чё, пацаны, вообще перепутали. Я хочу еще жить. Пацаны, доставайте лучше пистолет. Из пистолета. Дима, беги. Они за мной бегут. Да зачем ты их ведешь за мной? Я боюсь их сам. Еще кого-то убили. Господи, что ж такое? У нас скоро будет все хэдкрабами один выживший. Случайно своего убил. Когда останется один выживший, пацаны, можно будет использовать любое оружие. Даже РПГ, кроме бомб. Доставайте пистолеты. Расчехляйте все стволы. Будем сейчас мочить хэдкрабов. А можно взять револьвер? Да, бери, бери, бери. Там тяжелее даже стрелять с револьвера. Пацаны, он хочет убить меня. Есть, кефирчик, красивое попадание в голову. Красиво, красиво, пацаны. Нагибайте его. Сейчас убьют наше. Я проиграл. Я должен брать хедкраба. Я должен брать хедкраба. Извините, пацаны, обстоятельства. Ничего. Ну что, идите теперь вы ко мне. Кто остался живой? Я. Бери этот. Ты один остался? Я не знаю, не заходит. Или не один остался? Еще Макси. Он не один, я тоже остался. Ой-ой-ой, один еще. Убили? Нет. Вижу, 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 вижу. Иди сюда, тварина. Догони. Думаешь, я тебя не догонял? Я прыгаю. Как-то через бордюр не могу перепрыгнуть. А если вот так вверх наш. Ого. Ой. Ты хоть умеешь пользоваться этим оружием, что ты его используешь? Ой-ой-ой-ой-ой,
сейчас будет рядом, ребята, смотрите. Ой. Friendly fire, friendly fire. Жесть, как просто есть. Ай, ай. Ты откуда взял эти патроны дробашные? Что страшного? Где этот подлец? Я тут не хоплю. Так, я слышу, как все хрускает. Да ну иди сюда. Ну мочи, мочи его. Ты не можешь? Да нет, никак. Давайте, пацаны, я с вами. Будем все вместе атаковать. Прыгаем. Окружать их, ребят. Ого, меня откинуло. Нифига себе. А это законно? Вот я вижу врага. Блин, ну я хоть кого-то убить хочется же. Ах ты. Ага. Ты вот так со мной, значит, заговорил? Да. Сейчас я возьму... Подождите, а это что у нас за хэткрафт? А, он какой-то рахитный. Эй, ты сейчас меня убьешь. Ладно, вот я так понимаю, что FPS хэткрафт самый лучший. Ой, это вообще рахит. Полетели. С первой же пули. Один на крыше. Один на крыше? Блин, столб помешал. Ребята, еще чуть-чуть бы его замочил. А ну иди сюда. Ах ты, вот так, значит, ты с нами, да, разговариваешь? Пацаны, ну мы же должны убить, а? Давайте, догоните. Да блин, меткая подлюка, а? Молодец, хорошо стреляешь, мне нравится. Я не мет, я наоборот, так крутая. Косой? Подлюка. Да. Я укусил его. Мочи его, мочи. Я так хочу его убить уже. Ну иди сюда. Ну подлец. Ой. Он спрыгнул, зассал. А он что, не хилится? Нельзя хилиться, нет. Только я могу хилиться. О, по ступенькам хэдкраб лазит. Гениально. Так, вы видите этих врагов? Почти. Так, давайте идемте лучше вовнутрь. Мне кажется, так будет получше. Мы же должны убить кого-то. Ну где они? Одного я видел. А пусть они в здание заходят. Не-не-не. Пусть делают как хотят. Заходите в здание. Эй, еще попадешь сейчас. Все, давайте, все атакуем Фредди. Все за Фредди, давайте, все за Фредди. Давайте, давайте. Есть! Есть! Ну что, пацаны, я теперь могу быстро бегать, поэтому я его сейчас быстро поймаю. Атакуйте его, атакуйте все его. А, кстати, если он один остался, можно любое оружие использовать. Нет, вон еще один сверху. Ах ты, опа. Убил все-таки. Прикольно был такой у нас зомбачачина. Хорошо, хорошо, иди сюда. Дима, а как это? Я своих кентов бросаю, пусть они вас тоже ловят. Я жестоко наплажу своих кентов, вы должны будете выжить. Пацаны, уже на крыше, давайте, все на крыше. Возле главного офиса, с правой стороны ступеньки наверх. Поняли, да? Давайте, ребята, догоните. Вот он, вот он, вот он. И тебя вылечат, и меня вылечат. Надо думать, как он. Наперед. Ой. Кто еще там? Пора убивать. Давай, попробуй. Иди сюда, вот он, на крышу, все на крышу. А мы хотим его убить. Мы хотим картонного человека убить. Да блин, еще бы чуть-чуть бы и поймал. Давайте мыслить, как он. Просто убежать с крыши. Гениальное решение. Блин, я тоже бы так сделал, красавелла. А мы помыслим, как он. Вот я ж не знаю, просто очковать и убегать. Так, вижу хэдкраба там. Я всех твоих чувачков убил. Да? Зря ты это сделал. Нет, ты меня не убил. Нет, твой тех.
других хэдшотов. Так, так, так. Сейчас, сейчас мы тебя в этот, будем тебя травить. Ты готов, да, к тому, что сейчас жестко будет у тебя мочилово? Давай. Так, у нас давайте... Где тебя дерево? А, вот. Ой, дерево. Больно ты бьешь. 33 хп у него, ребята. Сейчас мы поможем ему. Он что думает, самый наглый? Да. Да вы когда уже там убили? Сколько там, вы видите, сколько я хэдкрабов поставил? Давайте, друзья! Все за мной! Это сколько ты... Осталось только Фрейди. Давайте все на Фрейди. Наконец-то я убил. Ребята! Я последний, я значит, РПГ помощь. Ого, смотрите, сколько я в быстрых хэдкрабов поставил. Не надо. Надо, надо, надо. Вот это сейчас будет мочилово, ребята. Есть! Да! Убили его? Да, мы всех убили. Я убил Мокси. Да. Мочите, мочите. Смотрите, сколько хэдкраба его атакует. Я смотрите, убью. Труп. Прикольно, прикольно. Ну что, кто-то хочет? Кто-то хочет один из вас повыживать, а все будут... Я. Давай. Ого. Ты что, психанул, что ли? Вот это мочилово. Ого! Ну чё, ты где выживший? Артём, а вот он превратился, мне кажется, это... Это спецназ? Или кто выживший? Мужчина или нет? Ну чё, готов выживать? Всё надо сделать очень внимательно. Ничего не пропустить. Вы знаете, что самое лучшее убивает хэдкрабов? Давай! Отлично, ребята, ну что, началось веселье. Давайте со стороны посмотрим. Вот тут мы стоимся, отдыхаем, никого не трогаем. Бум, мы немножко выжигаем хэдкрабов. А я ухожу. Что, другие бомбы не активировались? А я живой. Хорошо, ребята, есть другая бомба, лучше. Не надо, я уже, похоже, догадываюсь, какая. Ой, что-то другая активировалась. А это? Неужели это самое? Нет, вот такая вот, ребята, есть бомба. Она не сильно жахнет. Ой, немножко сильно. Ого, вот это мы спицерии сегодня, ребятушки, сделали. То, что вы любите. Вакханали. Что-то сейчас еще зайди будет, смотрите. Ого. Что-то тут, кажется, четвертая мировая война сейчас была. Ребят, там пиццерии все перевернуто. Ого, здесь бардак, ребята, надо на новый ремонт. Если понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще.